Вы готовы подписать контракт? Это так уж просто вопрос. Чужой успех стал его успехом. Он достаточно мил для женской аудитории, достаточно остроумен для мужской. Чужая жена его женой. Какая-то нахрапистая мадам тащит меня в постель и собирается заиметь от меня ребенка. Это в твоих интересах, поверь. Чужая ненависть его ненавистью. Я чувствую, что хочу просто убить тебя. Чужая жизнь его жизнью. Не вздумай с нами шутить. Как вернуть свою... Это все подстроено было. Новости 31 января в 20:30. Это новости.